Матч первого круга против Мурмана для Ульяновской «Волги» сложился как нельзя лучше. Первая победа в сезоне и первые положительные эмоции для болельщиков. Ответная игра радости не принесла. На 20-й минуте первый мяч уже влетел в ворота ульяновской команды. До перерыва счет не изменился. Несмотря на то, что к концу первой 45-минутки «Волга» перехватила инициативу, везение было на стороне хозяев. Два опаснейших момента в голы так и не превратились. Во второй половине встречи еще два мяча влетели в ворота ульяновцев, которые сумели только на 91-й минуте с пенальти забить один гол престижа. Очень не хватает остроты индивидуального мастерства в завершающей стадии атак. Если мы не будем брать на себя ответственность в завершающей стадии атак, проявлять свое индивидуальное мастерство, в таком быстром и техникопреобладающем виде спорта, как хоккей с мячом, положительного результата не добиться. Выездное турне для дружины Сергея Горчакова подошло к концу. Хоккеисты возвращаются в Ульяновск, где уже 15 февраля на льду «Волга-спорт-арены» сыграют против первоуральского «Уральского трубника».